Чем ближе вторые европейские игры, тем большую популярность набирает главный талисман грядущего спортивного форума. Яркий и харизматичный огненный лисенок Лесик – это, к слову, еще и виртуальный помощник для гостей международных соревнований. Как получить визу, где купить билет, как доехать до стадиона? На все эти вопросы не только Лесик ответит без труда. Проект стал возможным благодаря технологиям искусственного интеллекта от резидента парка высоких технологий компании Synesis. Мы можем как задать им вопрос напрямую, так и выбрать что-то из меню. Например, подписаться на какие-либо новости, что, кстати говоря, немаловажно. У Лесика представляет возможность персонализированной подборки новостей. То есть, если вы, например, интересуетесь карате, то вы спокойно выбираете галочкой «карате», и вам приходит каждое утро оповещение о всех новостях карате. Умный талисман владеет русским и английским языками, понимает слова с опечатками, знает синонимы и специализированную терминологию. Огромный плюс Лесика и вообще чат-бота в целом, то, что это не приложение, которое необходимо скачивать дополнительно, а это дополнительный канал, чат внутри мессенджера, который у вас уже существует на телефоне, и вы просто начинаете диалог с ним. По словам разработчиков, лисенок шутит, использует эмодзи, ласково рычит и проявляет эмпатию ко всем собеседникам. Пообщаться с Лесиком уже совсем скоро можно будет в Вайбере, Телеграме и Фейсбук Мессенджере. Лесик будет развиваться, он сможет предоставить больше информации. Чем ближе мы к играм, тем больше информации мы знаем об играх, тем больше информации мы можем предоставить об играх. И, конечно же, мы собираем часто задаваемые вопросы об играх и находим ответы, на которые Лесик сможет ответить своим друзьям во время переписки в диалоговом окне. Вторые европейские игры стартуют в Минске уже 21 июня. Более 4000 атлетов из 50 стран разыграют 199 комплектов наград в 15 видах спорта. Надеемся, огненный талисман соревнований Лесик поможет гостям сориентироваться и выстроить для себя максимально удобную логистику.